Здравствуйте, гости и подписчики моего канала! Добро пожаловать на канал «Мания вязания» с Ольгой Дубининой. В этом видео хочу показать вам новую пряжу, которую я недавно приобрела. Эта пряжа была очень популярна в прошлом году, и я очень хотела давно связать из нее что-нибудь. И вот мне предоставилась такая возможность. Это пряжа турецкого производства, фибра натура. Называется она папирус. Состав здесь хороший. Здесь 78% хлопка и 22% шелка. Рекомендованный размер спиц 4 мм. У меня цвет пряжи 229-15. Моя камера не очень хорошо передает этот цвет, но на самом деле этот цвет серо-голубой, или я бы даже сказала, что цвет джинс. Теперь давайте поближе рассмотрим ниточку. Вот такая вот рельефная структура у этой ниточки. Она состоит из двух хлопковых ниточек, каждая из которых обвита шелковой тонюсенькой ниточкой. Скрутка у ниточки не очень тугая, но в то же время она очень прочная. Моточки небольшие. 50 граммах 120 метров. Так как состав ниточки довольно хороший, натуральный, я думаю, что можно связать какую-нибудь кофточку или джемпер на прохладное лето или на теплую весну. Я связала вот такой образец спицами 3,5 миллиметра. Вязала просто лицевую гладь, так как не думаю, что здесь будут уместны какие-либо ажуры. Красота этой пряжи передается только в лицевой глади, я думаю. Резинку я здесь вязать не стала в образце, но я думаю, что можно будет в изделии применить резинку как декоративный элемент или для создания какого-либо рельефного узора. И также можно применять резинку для того, чтобы не закручивались края. Изделие из этой пряжи получается очень мягким, очень приятным к телу. Я бы рекомендовала эту пряжу для людей с очень чувствительной кожей и даже для маленьких деток. После того, как я связала свой образец, я его постирала. Сразу хочу сказать, что образец при стирке очень растягивается, вы не пугайтесь. После того, как он высохнет, он снова станет таким же, каким был до стирки. Забыла вам еще сказать, что пряжа имеет такой приглушенный, красивый блеск. Сейчас я вам не могу сказать, насколько эта пряжа износостойкая, как она поведет себя в процессе носки. Попробую что-нибудь связать. И после того, как я какое-то время поношу изделие, я с вами поделюсь впечатлениями. Всего этой пряжи у меня 8 моточков. Хочу попробовать связать из нее джемпер на весну. Скорее всего, у джемпера будут не длинные рукава. Или 3/4, или чуть короче. Пока я вам не могу сказать, какая точно будет модель, но, скорее всего, это будет модель, связанная регланом погон. Мастер-класса по этой модели джемпера я не планирую, так как не очень хорошо еще владею регланом погон. Поэтому провяжу какой-либо участок, если он мне понравится, я буду снимать видео для вас и буду рассказывать, как я вязала этот участок джемпера. Прошу меня понять и не просить меня снимать попетельный мастер-класс по этой модели, потому что я не хочу учить вас тому, в чем еще сама не очень разбираюсь. Создание попетельных мастер-классов очень отнимает много времени и сил, а я хочу немного повязать для себя, для удовольствия, создать новую модель и уже потом показать ее вам. Джемпер я планирую вязать в стиле casual или в спортивном таком стиле, потому что мне в основном нужны вещи, которые я могу одевать на прогулку с моей собачкой. Я предпочитаю именно такой стиль одежды, поэтому извините, если вы не увидите на моем канале каких-либо ажурных кофточек или изделий с рюшами. И на этом я хочу с вами попрощаться. Спасибо за внимание. До новых видео!